Всем привет! С вами снова Андрей. Показываю вам Кению. 11 января. Сегодня мы в гостях у моего друга, который приехал в Кению из Молдавии на несколько недель. Он пригласил нас сегодня к себе на барбекю из рыбы. Приехали мы в другой район, называется Шамцу, соседний с Мтвапой. Сейчас немножко покажу вам, как выглядят эти апартаменты, где он живет. Моника, how are you? Хорошо. You enjoy? Да, very quiet place, silent. No so much noise, no loud of noise for border. Yeah, хорошо. Короче, какое-то наваждение. Но она вроде хочет, но потом не приходит. Моника рыбу не кушает, у нее на рыбу аллергия, поэтому она купила для себя кенийский плов пилау. Ну а у нас все в порядке, мы будем жарить и есть рыбу. Кингфишка еще шиллинга, ты знаешь, дешево. Ну это кингфиш сколько, это за рыбу или за килограмм? Сегодня готовим рыбу white snapper, белый окунь. Здесь такая веранда. Гостиная комната и кухня общие на 3 комнаты, а спальни вместе с душевыми отдельные, то есть 3 комнаты спальные вместе с душем, все раздельно, каждая комната закрывается на ключ, а гостиная и кухня общие. Ну, здесь все необходимое для жизни есть. Здесь, значит, спутниковое телевидение, все дела, Netflix, YouTube, все это здесь есть. Быстрый Wi-Fi. Лестница, которая ведет на второй этаж, где непосредственно находится спальня. Этот санузел около гостиной, он общий для всех живущих в этом здании. Ну и, как я сказал, в каждой спальне есть еще свой отдельный душ.
Идем в комнату. Есть даже кондиционер. Другой вид. Здесь 4 окна и балкон. Идем на балкон. Ну, балкон, здесь танцевать можно. Очень большой. Этот район, я повторю, называется Шанцу. Он находится от Мтвапа, где я живу, примерно в 8 километрах. То есть бода-бода, мотобайк, сюда стоки низких шиллингов, это меньше $1. Ну и вот я вижу соседние апартаменты тоже за стеной. Там тоже аккуратная лужайка и бассейн есть. На санузел. То есть ванна. Такая душевая кабина. Вот так вот. Да, Wi-Fi входит в стоимость. То есть Wi-Fi, вода, электричество входит в стоимость. Если вам достаточно вентилятора, то такая комната стоит $20. Ну а если нужен кондиционер, то еще плюс $5 в сутки. А здесь, наверное, холодильник маленький. Ну да. Помимо холодильника на кухне, здесь еще непосредственно в комнате есть свой холодильник. Сейчас будем дегустировать. Мой друг привез с Молдавии белое вино собственного производства. Могу сказать, что очень хорошие апартаменты. Здесь очень тихо, спокойно. До моря здесь 15 минут пешком, и бассейн на территории, в котором, скорее всего, вы будете плавать одни. Эти апартаменты только на 3 комнаты. И учитывая то, что сейчас одна пустая, а со второй комнаты человек ушел, то есть весь бассейн в вашем личном пользовании весь день. Моника, как уличный продавец в Мтвапе, сейчас готовит маинди. Кукуруза. Кукурузу, да, на углях. После рыбы решили пожарить кукурузу. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Ну а пока всем пока-пока, бай-бай, до свидания.